Всем привет, это Ворона Ньюс, говорим о спорте с любовью. Наши фигуристы приняли участие в мощном китайском шоу, по прилете их облепили местные фанаты. Фигуристы ответили взаимностью, делали номера с китайской символикой. Например, Загитова вышла в платье с длинными рукавами, реквизит был полностью оправдан. Каталась Алина под саундтрек «К дому летающих кинжалов», легендарному китайскому фильму 2004 года. Кондратюк выбрал для программы оперу номер 2 «Витас». Это культовый российский певец для Китая в начале нулевых. А потом Марк еще выступил под китайскую версию песни «Утекай» группы «Мумитроль». Трусова выбрала «Кукушку» в исполнении Полины Гагариной, и это не случайно. Певица участвовала в 2019 году в китайском шоу «Сингер» и исполняла там эту композицию. Гуменник вышел на шоу с нашумевшей песней «Сон». Это был кавер российской группы «Рок Привет». Еще поставили эксклюзивные общие номера. В финале под «Love Runs Out» все спортсмены вышли на лед в кожаных куртках, расшитых камнями.